Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по новому расширению Risen Sail. Вот как-то так называется. Я вчера писала видео по нему и делала краткий обзор. В этом же видео я хочу проверить его на вывод. В режиме онлайн, как бы, вот оно мое расширение. У меня на балансе 4 рубля 93 копейки. Я кликнула сюда, перебросила мне вот на такую страничку. Кликаю аккаунт. Я вчера кратко все показала. Вот. Бонус я уже забрал. Есть ежедневный бонус. Он капает на баланс покупок. Вот. И давайте проверим на вывод. Кликаю баланс вывода. Так. Заявка. Это пополнить баланс для рекламодателей, кто рекламит свои проекты. Заявка на вывод. Выбираю платежную систему Pair. У меня прописан в настройках. Значит, смотрите, что здесь написано. Уважаемые участники, по техническим причинам вывод средств временно недоступен до 11.02.2022 года 12.00 по московскому времени. Спасибо за понимание. Значит, у меня время 12.13. Вот 11 февраля, 11.02. Ну и уже первый час. Значит, вывод должен быть уже открыт. Так, у меня на балансе 4.93. Попробую с копейками заказать вывод. Если не получится, то тогда ровную сумму, потому что может копейки и не пройти. Значит, Pair я выбрала. Прописываю сумму. 4. А вот так. Точка не ставится, значит, нужна для вывода ровная сумма. Видите, я все делаю в режиме онлайн. Кошелек я уже открыла. Кликаю «Создать заявку». Заявку на выплату успешно создана. Срок исполнения до 24 часов. Вот так. Окей. Так. 4 рубля. Автоматическая выплата ожидает оплаты Pair. Ну что ж, друзья. Сумма моя, как видим, списалась. И смотрите, как я вчера говорила, на Kiwi от 100 рублей, на Юмани от 10 рублей, а на Pair от 1 рубля. Минималка не завышена. Так что все замечательно. Ну что, поставлю на паузу. Подожду вывода и после продолжу. Будем надеяться, что денежка придет быстро. Ну, что и требовалось доказать. Прошло минут 20-30 примерно, может 25 минут. Видим вот мои 4 рубля. Вывод средств по заявке. Обновляю страничку. Кликаю на баланс. Все равно вот видно, да? Красная она. Может, так и должно быть. Хотя я думала, что будет зеленым. Если мы перейдем на Pair. Вот я обновляла его. 4 рубля. Даже комиссию не сняли. 11 февраля, ребятки. Перевод выполнен. Плюс 4 рубля. Вывод средств проекту. Ресенсо. Вот с расширения. Видим, да?
ресенсу. И вот здесь ресенсу. Вот. Платит. Все замечательно. Но у меня не было сомнений. Вот. Такое вот расширение. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Я показывала в предыдущем видео, как скачивать расширение, как устанавливать. Все это я делала в режиме онлайн. Вот. Вот оно, еще раз покажу. Расширение, но что-то оно зависло. Ну, в принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!